повесил веса, сейчас оттарю лебедку, зацеплю и подниму вот задышло вместе с моим отвалом, узнаем, сколько вес вот этой всей приблуды. Если он, конечно, ага, о, запустился, если он заряженный. Так, цифры побежали, батарея 3,99, надо зарядить. Все, по нулям цепляюсь. Так, друзья, приподнял отвал. Все, тут рука проходит. И вес получается 76,5 килограмм. Весит вот эта вот приблуда. Почему зацепил вот здесь, на этой трубе? Потому что тяга здесь стоит. Вот. И получается так, что рычагом мы поднимаем, мужики, ну вот, 76, деление 500 грамм. Рукой поднимаем 76 килограмм. Сейчас принесу другие веса и потяну за рычаг. Сколько нужно приложить усилия, чтобы поднять вот такой вот вес. Так, ну, лебедку снял пока, чтобы она не мешала. Значит, настройки на край рычага. Знаете, да, чем ближе к раме, к вот этой оси, тем легче. Поэтому на самый край здесь. Здесь тоже по максимуму поднято. Чем ближе к низу, тем легче. Проверять буду сейчас на вот этой настройке, на максималочке, будем так говорить. Сейчас вот так зацепляю ремень. Буду проверять вот такими весами. Ну, по крайней мере, здесь хоть есть цифры, мужики. Хоть какие-то. И вот на отрыв. Просто приподнимаю слегка. Вот он пошел в районе 20 килограмм на отрыв. Это при максимальных, мужики, настройках. Сейчас перекидываю тягу на самое крайнее положение сюда. Эту тягу ставлю сюда. И проверяем на отрыв. В самом легком варианте. Но уменьшится ход. Вот этот. Подъема, опускания. Так, ну перекинул тягу на самое крайнее положение. Вот. Повторюсь, возможно, не говорил, что вот во всех регулировках, вот здесь вот, этих планах, дышло поднимается до рамы. То есть, как ни поставь вот здесь, при сложенном рычаге, да, дышло всегда будет стоять возле рамы. Давайте проверим сейчас на вот этой регулировке, сколько килограмм нужно усилия приложить. Да уже я чувствую, вообще мизинцем можно поднимать. Единственное, вот рычаг ушел чуть-чуть дальше. Хода здесь еще хватает вниз ему опуститься. Вот как-то так. Давайте сейчас зацепим. Просто ради интереса, самому интересно. Вот такие вот дела. Вот такие вот дела. Цепляйся давай. Так, отвал оторвался. Ну, где-то в районе 12 килограмм. Была 20-ка, стала 12. В два раза практически легче. В два раза стало легче поднимать 76 килограмм. Ну и, соответственно, давайте сюда перекину, посмотрим. Так, перекинул, значит, рычаг здесь вниз, здесь он сдвинулся вперед, но вот этот поставил снова на край. Вот узнать, сколько меняется, ну как меняется, да, усилие, когда вот тяга ближе к, на рычаге, да, к болту. Рычаг, соответственно, ушел чуть-чуть дальше. Совсем чуть-чуть. Можно спокойно заходить, выходить, ничего нигде не мешает. Так, где у нас тут весы?
так вот. И потянем. Так, оторвался. Ну, усилие примерно то же самое, даже полегче будет. Вот. 9, ну, около 10 килограмм. Там было 12, здесь вообще десяточка. При всем при этом рычаг вообще никак не мешает. Вот. Отлично. Отлично, мужики. Ну и соответственно, если так же, что он дышло поднимается в самый верх. Ой, если туда поставить, еще легче будет. Так, ну еще одна, один маленький тест, мужики. Отстегнул я сейчас тягу, вот эту. Сейчас задышло, подниму весь тракторок. А также взвесим передок, сколько он, вот колеса оторвутся, сколько вес тракторка. И попробую отжаться, значит, на лопате от земли, так, чтобы поднялся передок. Ну, чтобы колеса вывесились. Поэтому оттариваем лебедочку. Так, цифры побежали. Все, по нулям. Цепь можно вот так скинуть. Все. Цепляюсь, поднимаю. Так, ну вывесил тракторок, он чуть накренился. Вот это колесо висящее. Ну а с этой стороны оно само собой висящее. Вот так. Вес вот этого вот передка составляет 325 килограмм, да? 326,5. И вот посмотрим сейчас, сколько надо приложить усилия на рычаг, чтобы поднять 326 килограмм. Просто интересно. Так, ну, перекинул тягу на самый ближе к оси. Здесь тоже вниз. Ну, тут подобрал такой оптимальный вариантик. Рычаг вроде и неровно. Ну, так вот, со стороны, как говорится, водителя, да? Оператора. Давайте попробуем отжаться. Сколько килограмм нужно приложить усилия, чтобы поднять 326 килограмм, то есть передок вывесить. Все-таки гидравлика-то ручная, мужики. Так, все, он вывесился, передок 16, ну, 17 килограмм. Вот, вот как-то так, сейчас покажу. Вот рукой можно менять колеса без домкрата. Соответственно, при этих настройках поднять можно примерно такой же вес. Зачем я это сказал? Наверное, ковшик сюда сделает и будет черпать по 300 килограмм. Навеску, кстати, я выровнял рычаги. Как-то так. Так, ну и пока я не разобрал рычаги, мужики, давайте проведу еще один маленький тестик. Вот. Вот это все причандалы помним, да? 76 килограмм. Сейчас на самую силу стоят настройки. Ну и, соответственно, рычаг. Я даже, наверное, весы брать не буду. Тут как бы оно и ни к чему, да? То есть усилия нужно приложить, мужики, ровно мизинец, чтобы поднять 76 килограмм. Вот, как-то так. В общем, сейчас переделываю вот это дышло, потому что вот даже вот на моей лопате, если вот ее сейчас использовать, да, на таком ровном, то при полном подъеме вот, до рамы, вот здесь вышина составляет вот до низа трубы 15 сантиметров. Этого, на мой взгляд, очень мало.